воздушный шар. Берете животное, поднимаете кверху ногами. У тебя будет одна минута, чтобы прорекламировать. Было ли такое, что не убирали за ним какашки на улице, если он делал? Пробовали ли его еду? Как я думала, пробовали его какашки, думала, сейчас скажешь, господи. Шла босиком, не жалея ног. Все, погнали. Блин, это сложная игра. Ой, а знаешь, что я вспомнила? Чего? Я не знаю, такого можно вообще рассказывать? Отдай. Ой, молодец, отдал. Сразу же, как я только сказала, молодец. Самая дорогая покупка для собаки. Привет, я Энни Мэджик, и это моя новая крутая рубрика, о которой я 100 лет уже мечтала, Мэджик Гости. И самые мои первые гости, это очень крутые ребята, инстаграмеры. Инстаграм-семья практически, я уже сказала. Вот Игорь, Люба и их песик вот такой. Бруклин, привет, ребята. Игорь, поздоровайся. Привет. Бруки, поздоровайся. Привет. Ставьте лайк, если вам понравится эта рубрика и вы хотите увидеть здесь еще очень много других блогеров. И пишите тому блогеру, которого вы хотите увидеть, хэштег везде, где только можете, Magic в гости. А мы погнали, и сегодня мы с ребятами будем... Точнее, нет, мы не с ребятами, потому что Игорь уходит, он папа нас бросает. Вы же скажете, что я тоже буду снимать. Все, давай, Гарош, снимай петличечку. Вы же скажете, что я тоже буду снимать. Давай, у тебя там протеин стоит, давай. Ребята! Гарош, давай. Может, прогоним? Мы где? Нет, про булки передача. Гаран, ты толстячок, тебе надо сгонять. Заниматься. Давай. Сколько Бруки лет? Прямо сразу врасплох начала. У нас всегда, мы ржем все время, что у нас постоянно каждый год, когда нас спрашивают, сколько собаке лет, мы говорим, три года всегда. Примерно, по моим подсчетам, я ужасная мать, 4. 4 года. Почему назвали именно Бруки? Ну, мне вообще нравится вот эта вся, вот эта вот хип-хоп-культура, вот эта вот всякая там Нига-А, район, кварталы. И Бруклин, это же, да, такой черный район, очень интересный. И у меня еще не было собаки, но я уже точно знала, что я собаку свою назову Бруклин. Любимое занятие вашей собаки? Компьютерные игры. Видите, у него же на клавиатуре лапки. А, на самом деле, мы буквально вот до вашего прихода за час этим занимались активно. Это игра в фрисби. Он когда видит эту тарелку, у него просто это происходит осатанилое. Но это мы занимаемся этим на улице. На улице я подкидываю, и он прям на лету ловит. У нас даже есть это видео. Да. Вот. Это такой хитрый способ сам... забрать другую, да? А это, поэтому именно их две, потому что он сам не отдает. Я одну кидаю, он приносит, я в это время вторую. Сейчас я туда. Давай. Здесь еще скользкий пол. Да, это его самая любимая игра. А если я его подниму вот так вот, он может? Подними, нормально. Нет, не вырвешь. Это специальная тарелка. Офигеть. Есть ли у него в жизни то, на что он как-то необычно прям реагирует, кроме тарелки? Я знаю, на что он еще реагирует. Я, кстати, могу это продемонстрировать. Давай. Вы сейчас увидите, как он реагирует. Давай. Как вы думаете, ребят, пишите быстрее в комментариях, что это будет вместо тарелки, реакция. Мяч, может быть. О, по-моему, он реально заинтересовался очень сильно. Серьезно? Воздушный шар? Офигеть! Это прям все это. Он с ума сходит. Никогда бы не подумала. Сейчас. Офигеть. Сейчас он с ним быстро разделается. Ой. А все, сейчас он скайном лопнет, а то он не успокоится. О! Короче, все. Пока он его не лопнет, он не успокоится, да? Да. Давай кину. У него тебе и зубы, реально. Давай кину. Давай. Отдай. Надо так вверх ногами бежать, он отпустит. Я прямо сейчас придумываю новую рубрику для нашего шоу. Лайфхаки. Если ваше животное не отпускает тарелку, а вам очень надо поесть из нее, берете животное, поднимаете кверху ногами, и он тарелочку отпустил. На Ютубе, и ты наверняка знаешь, практически в каждом видео можно встретить рекламу. А ты в Инстаграме снимаешь одноминутные видео. Угу. Вот сейчас я включу на телефоне таймер, и у тебя будет 1 минута, чтобы прорекламировать Бруки. Погнали. Все. Время пошло. Легкий, вместительный, представлен в 2 цветах одновременно, то есть в рыжем и белом, имеет вот такой вот чернослив на окончании мордочки. Здесь, смотрите, у нас клапаны открываются, закрываются, все работает прекрасно. Вот такое оперение, да, хорошее. Затем, смотрите,
5 лап, да, казалось бы, 4, но нет, есть маленькая запасная. Дополнительная. Дополнительная, да. Здесь у нас есть открывающийся сектор, вот такой вот туда обычно можно заложить какую-то еды, и он начнет за вас делать какие-то вещи, которые вы не любите, убираться, стирать, то есть, как, знаете, как порошок в машинку засыпаете, то же самое здесь. Затем, что у нас тут есть? Он, кстати, очень легкий, я уже говорила, весит всего лишь 7 килограмм, но в то же время для женского фитнеса, посмотрите, как происходит замечательно. Раз, два, подожди, давай. Утяжелитель такой, да? Да, раз, два, утяжелитель, да, подходит и для фитнеса, и для прогулок, и для гостей, если вам нужно спрятать с гостей еду. Минута. Блин. Ну ладно, ты справилась. Как считаете, справилась Люба с рекламой или нет? Голосуйте, свой вопрос, пишите в комментариях. Смотри, звоночек уже есть. Справилась по-любому, уже все продано. На Ютубе популярно, ты наверняка это знаешь, челлендж типа было-не было. Угу. Я задаю тебе вопрос, и ты просто отвечаешь, было или нет. Хорошо. Можешь вкратце как-нибудь пояснять. Ну, угу, если угу. вдруг тебе стыдно станет, угу, тебе захочется угу, объяснить, угу. почему так случилось. Клянчил еду со стола? Конечно. Конечно? Естественно. Давали? Это его хобби. Ну, было, да, грешим, конечно. Делали ли что-нибудь такое, чтобы жаловались соседи? Ну, а соседи не жаловались. Выгоняли ли вас откуда-нибудь из-за собаки? Например, из ресторана? Слушай, выгоняли, причем так было интересно. Нас позвали сниматься с ним в рекламе, пригласили в вот специальное заведение. И мы приехали туда, как бы, чтобы работать, сниматься в рекламе. И нас из этого же заведения попросили. То есть, говорит, ну, вы можете на улице подождать. Мы были, конечно, крайне возмущены, естественно. Нормально. Забывала покормить когда-нибудь его вообще? Было такое? Ой, его забудешь покормить. Нет, конечно, он напомнит. Пукал когда-нибудь при вас? Фух! Я тебя умоляю, каждый вечер атаки газовые такие, что вообще. Было ли такое, что не убирали за ним какашки на улице, если он делал? Было. Было. Пробовали ли его еду? Я думала, пробовали его какашки, думала, сейчас скажешь, господи. Видим какашки, пробуем их. Пожарили. Прям так, что пробовать этот сухой корм я не пробовала, а вот какой-то влажный, я вот так немножко язычком так. Делал когда-нибудь свои делишки дома? Делал. Там, делал, да, сыночек? Было? Было? Было. Видишь, отворачивается, стыдно. Ну, конечно, делал. Ну как, там что-нибудь? Песенка для вас. Это как это? Флоу. Да, в рэпе называется флоу. Я собака, я лежу. Знаешь ли ты, он реально подпевает вдоль ночных дорог, шла босиком, не жалея ног. Что-то там еще было, я не помню что, но это не важно, пока мы с моим другом вместе поем. Этот челлендж не совсем ютубовский, он скорее связан именно с животными, на понимание. Ты окажешься в шкуре собаки, да, когда да, она поняла, не да. понимает, сейчас что мы от нее хотим. Сейчас я в шкуре свиньи, как бы, окажусь в шкуре собаки. Да. И мы с тобой будем играть в такую игру. Я буду пытаться от тебя добиться какого-то действия. У меня будет задача какая-то. Я сама себе ее придумаю, ты ее не знаешь. Ты будешь действовать, делать, что хочешь. Но у меня хлопок означает нет. А ты какой-то загадаешь конкретно? Да, желание? Я загадываю себе. Все, я зрителям скажу отдельно, ты этого не будешь хорошо, видеть. Хорошо. И я говорю... Хлопаю, это нет. Угу. Ой, это да. Значит, хорошо. Ты что-то правильно делаешь. Да, да, да. Знаешь, хорошо. Как горячо-холодно. Да, дальше. Я поняла. Моя задача будет заставить Любу залезть на стол, на стул с ногами, встать с ногами и поднять руки и похлопать. Я сейчас сделаю глаза умные, как у собаки. Давай. Все, погнали. А, нет. Ой, это да. Да ты можешь. Да зачем? Паш, что мы играем? Встань. Так, может быть, так. Да что ж ты будешь делать? Так. Ой. Что-то здесь. Так. Ой. Ой-ой-ой. Где-то же здесь был, то все это делал, то что ж такое-то, а? Прятаться, нет? Это было бы странно, конечно. Может быть... Ой. Ой-ой-ой. Так. Ой. Ой. Нет. Ой.
Ну ты сама напросилась. Нет, да. В руки помогай. Ой. 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 Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Идет бычок, качается, вдыхает на ходу. Нет? Ой. А, до потолка достать? Нет. Так, а что тогда может быть? Как-то... Соседи, все хорошо, не вызывайте ни отложку, у меня нормально все, это мы играем. Что ж такое-то, а? Так, подожди, ну руки ой. Вверх. Руки вверх, это нормально. Ой. Оп. Что ж такое-то, а? Блин, это сложная игра. Блин, бедные собаки, мой хороший, я тебя больше не буду мучить. Похлопать. Ой-ой-ой-ой-ой, молодец. Мой хороший песик. Корма мне в студию. Смотрите, ребята, за сколько времени Любе, человеку, сразу вам просто пришлось понять, да, что тебя хотят. Немножко стыдненько стало. Этот челлендж реально используют всякие психологи, зоологи, там, бихевиористы, которые изучают поведение животных и дрессировку именно с точки зрения, типа, как это, побыть на месте собаки, это чтобы понять, правда, насколько трудно им понимать нас. Я теперь вообще по-другому буду, ну, к этому относиться. Понимание. Ну, хороший. 5 фактов об руке, вот, которые сейчас прям тебе в голову придут. Первый факт. Сикает от счастья. Или от возбуждения, да. Я не знаю. А, он любит одеваться. Вот я могу сидеть в какой-нибудь, не знаю, в конце комнаты, показать ему одежду, и он сразу прибежит, встанет и как бы будет готов. Жить не может без игр. А, так, какой еще ты у нас не на время говоришь, что... А, все нормально? Да. Так, следующий факт. Я прям вспотела, думаю, сейчас вдруг проиграю квартиру. Лучше не рисковай, лучше я постараюсь. Он не любит работать на камеру, делает что-то интересное, и как только я начинаю его снимать на телефон, навожу на него телефон, он сразу прекращает. Типа, ничего особенного, я нормальная собака. Но поверьте мне, он умеет летать. Можешь ты вспомнить прямо сейчас какую-нибудь самую вообще стыдную или нелепую такую вообще для тебя ситуацию, связанную с жизнью собакой. С собакой, да? Он у нас почему-то, когда мы выводим его гулять именно на поводке, угу. Он думает, что если он на поводке, то он бессмертный. И он вот на таких собак просто начинает очень сильно лаять. Как только его отпускаешь, он такой, братан, я так чисто как бы, познакомься, это я рэп исполнял, и пошел, типа, я не знаю, в чем фишка, и мне вот в эти моменты просто реально хочется со стыда сгореть. Ты знаешь, что у тебя нормальная собака, да? Это так стыдно. А то, типа, люди думают, что ты крейзи, собака у тебя сумасшедшая. Просто нереально, блин. Ой, а знаешь, что я вспомнила? Чего? Не знаю, такое можно вообще рассказывать? Возможно, все. Да? Блин, если нас посмотрят, конечно, ну ладно, все, это же для твоего канала, мне ничего не жалко. Это был его друг, очень похожий на него. Ему уже стыдно за тебя, мать. Мы любим отмечать дни рождения в коттеджах, угу. И мы всегда его берем с собой. И тут мы что-то не посмотрели, что можно заехать с собакой, и приехали без спросу. А надо, угу, на самом деле всегда спрашивать. Это наш, конечно, косяк. Ну да. Хозяйка ни в какую. Нет, он должен на улице вас ждать. А на улице холодно, я вообще не могу его на улице. Жестоко. И она еще сторожа оставила, сторож следил. И я там каждую секунду к нему выбегала, смотрела, как он там, пришлось дождаться. Мы там... сделали, короче, сторожу хорошо, мы ему там немножечко подналили сока, конечно же, вот, чтобы он потерял бдительность, и потом собаку провели в этот дом, а он, видимо, почувствовал, понимаете, что люди к нему не расположены, и взял как бы на кровать вот, собственно, коричневые комочки своей души им оставил. Он просто отомстил. Ну, знаешь, да, он отомстил. Обычно ребята серьезно к этим вопросам относятся, просто так ну, получилось. Ну, конечно, естественно, мы там все оттерли, убрали, естественно. Я просто думаю, что вас не пустят потом. Не, нормально, конечно же, мы все убрали. А вторая история, если в твоей жизни есть такая, может быть, есть, угу, наоборот, какая-то такая гордость. Вообще гордость, да, такая, молодец там. Он один раз съел очень большое количество травы, потом ей поблевал, а сорока это ела. И он накормил сороку, получается. Ты видишь, что сорока голодная летит такая, чё пожрать, а там... Он просто спас ей жизнь. А там, да, как бы, знаешь, готовая, обработанная. Внуки, ты просто герой. Нет, хорошая история спасения. На этом остановимся? Я таких историй еще не слышала. На этом остановимся, чтобы как бы больше ничего не сделать. Вот. Ну, спас ребенка из пожара. Ну, по мелочам уже. Бабушку очень часто переводит через дорогу и там поедет. Всех бабушек. Всех бабушек переводит. Ну, видно же, у нас устал от своих подвигов, смотри. Ну, как бы, человек, который ничего не делает, разве будет так лежать? Нет, конечно. Отдай.
Ой, молодец, отдал. Сразу же, как я только сказала, молодец. Молодец, какой послушный пес. Какой послушный пес. Ай, хорошо. Все. Мама сказала, отдай, он сразу отдал. Сразу, просто. Видите, какая воспитанная, дрессированная собака. Он вообще все, что угодно может делать. Бруки, Буки, будь пятнистым. Молодец, хорошо. Имей два ушка. Ай, как хорошо справился. Бруки, ходи. Бруки, ходи. Ходи. Как он появился? Роддом, ночь. Ну да, логично. Врачи бегают. Сходство какое. А сейчас по правде. Это не наш сын, которого мы родили, он приемный. Его на самом деле родила собака. Четыре года он не знает правды о себе. Вот, и родился наш прекрасный сыночек Бруки. Но на самом деле, я расскажу, как это все было. Очень сильно мечтала о собаке. Мне ничего не надо было просто. Я вот смотрела в магазине на этих щенков и плакала сразу же. Мне хотелось очень сильно. Но мы жили на съемных квартирах, собственно, как сейчас. Вот. Но мы хотели именно пушистика, но такого, знаешь, типа, не знаю, там... как они называются, агути или еще что-то, ну, такое, да, шиншилла какая-нибудь, нестандартное. Да. И вот так вот, ища в интернете, гугля, мы добрались потихонечку до енота. И потом нас осенило, подожди, если мы готовы завести животное таких габаритов, то почему мы не заведем более адаптированное для дома животное? Собака, да-да. Собака, все, логично. Да, пиши пропало. Начали искать собаку, нашли собаку, завели. Я потом, значит, звоню хозяйке квартиры, говорю, здрасте, бабушка. Это самое, короче, представляете, вообще не знаю, как так получилось. Нам на годовщину подарили, друзья, я собаку. Мы вообще не виноваты, да? Это чистосердечное признание просто, блин. Надеюсь, вы меня не будете в комментариях хейтить. Подожди, потому что... она уже знает? Я думаю, после твоего видео она уже будет в курсе. Вот и я об этом. Простите, пожалуйста, ребят. Но она, слава богу, оказалась хорошей женщиной. Дай бог вам здоровья. Пускай рассада всходит, все хорошо будет. Почему порода Джек Рассел? Надоели вы сидеть уже. Порода Джек Рассел. Потому что... был у нас фильм «Маска». Да. А Игорь у нас... Все, кстати, оттуда именно эту породу, да, мне кажется, Майло, знают, помните? В первую очередь. Да, 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 да. Его звали Майло. И Игорян мне сам предложил. О, давай, говорит, как в «Маске». Я хочу Майло, я хочу, ага, Майло. Ну, и как-то у нас это пошло и поехало. Мы не страдаем избытком интеллекта. Мы вот как... О, в фильме увидели. Давай, заводи, заводи. Мы не страдаем избытком интеллекта. Самая дорогая покупка для собаки. Так. Ну, там, не знаю, ну, может быть, в пределах 5-6 тысяч одежда была. 5-6 тысяч? Ну, где-то так, вот, да, да. Спит с вами? Исключительно, да. Очеловечиваете его? То есть вот есть такое, что ты мамочка, Игорь папочка, да, а он ваш ребенок. Да, 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 да. Но мы с ним строгие, то есть достаточно, если что-то он там, не знаю, косячит, мы можем прям на него нормально так. И в детстве, ну, так. Ну, как мама с папой. Да, и наехать. В детстве, когда он был щеночком, у меня не было такого, что я не могу его наказать. Не, нифига. Могу, да? Да, да, да. Пизденочек прописывала нормально. Ну, как бы так, в хорошем смысле. Ну, потому что с Джек Расселами по-другому, их разбаловать очень легко. Да. С ними надо аккуратно в этом плане. Не надо думать, что это ребенок. То есть, ну, это не ребенок, это собака, но мы ее очень безумно любим. Собаку стараемся все правильно с ней делать. Кто кормит из вас? Ну, или мы, по очереди? Мы его кормим один раз в день. Mm-hmm. Это все в консультации ветеринаров. После первой прогулки, а у нас распределены роли, что днем гуляю я, а вечером гуляет Игорь. Uh-huh. Я, соответственно, раз гуляю первое, то и кормлю я. Uh-huh. Ну, я. Честно, целуетесь с ним? Конечно. Кого больше из вас слушается? Меня. Тебя. Игорь не может с ним быть жестким. Uh-huh. Я могу. Кто с ним чаще всего играет? Я. Игорь, если ты будешь смотреть это видео, пускай тебе станет стыдно, потому что только я всегда занимаюсь с ним вот этим спортом. И вот, пускай. Ребят, напишите в комментариях. Игорь, напишите в комментариях. Игорь, играй с Бруклином. Да, Игорь вот с нами. Горёш, привет. Что ж ты целуешься там прямо у людей на глазах-то, а? С бабой какой-то. С бабой какой-то, ты глянь. Ну, красивая, конечно, ничего не скажешь, но не прямо же при людях поцеловаться. Да ладно, это ты, что ты врёшь-то? А. Я уже забыла, когда я такой была. Стоит костюм. Человек-свинья. А тут человек-ромашка. Задавай ему вопрос. Как изменилась ваша жизнь вообще вот с присутствием собаки? Ну, моя жизнь очень кардинально изменилась. Может, покрупнее Игоря взять? Потому что теперь мне приходится... ночью, вместо того, чтобы спать, гулять! Когда я его домой принесла, я начала, во-первых, судорожно везде убираться, чтобы была везде чистота, потому что как-то неудобно, он там, ну, реально какое-то было поначалу отношение, как к ребенку. Режим появился, потому что так мы принадлежали сами себе, когда захотели, проснулись, а так, да, мы знаем, да, что надо встать, погулять, перед сном погулять. Появилось еще чувство ответственности такое очень приятное и полезное, я считаю. Я хотела сказать, что ребятки, которые заводите собак, вот имейте в виду, что нам, людям, есть чем заняться круглые сутки, мы можем с друзьями встречаться,
что-то там делать, убираться, смотреть телевизор, сидеть в компьютере. А у собак только мы одни. Вот единственное их развлечение – это наше внимание и наша с ними игра. Поэтому, если вы заводите животное, пожалуйста, помните об этом, что они очень сильно нуждаются в нас. Подписывайтесь на инстаграмную семью целую большую из трех человек, вот третий. Подписывайся на канал. Мне было очень весело, спасибо огромное за то, что ты такая тоже лучезарная, добрая, любишь животных. Это безумно было приятно поучаствовать в твоей передаче именно вот с животным. Было очень классно, да. Я про Игоря. Пока.